Джинсы Mom – классическая модель, которая создана для удобства, комфорта и стильного образа. Они отличаются высокой посадкой, свободным и прямым кроем. История таких джинсов началась в 80-х годах прошлого века. Как следует из названия, они стали популярными среди женщин-мам. Девушки искали комфортную и практичную одежду для своего повседневного гардероба. Шикарно! Можно выглядеть не только в вечернем платье, но и в джинсах-момах. И пример тому – легендарная принцесса Диана, которая на торжественное мероприятие могла прийти в модели этих джинс. И ни у кого не возникало вопроса о неуместности подобного образа. Ведь они легко сочетаются с различными элементами в гардеробе. И с майками, и с футболками, и с топами, и бомберами, и кардиганами. А обувь? Обувь может быть абсолютно любая. Многие дизайнеры включают их в свои коллекции. Например, в показе популярного модного дома были представлены модели с акцентами на объем и структуру. Модельеры создали стильные и непринужденные сочетания. Представляем вам образ с джинсами-момами. Выбираем белый цвет, дополняем незатейливой тельняшкой и в качестве акцента выбираем изумрудного цвета бомбер. Сочный образ, который вам всегда поднимет настроение, это комбинация джинсов мом, контрастной футболки и светлой рубашки. Дополняем этот образ удобными сандалиями, акцентной сумочкой и идем на встречу с подружками. Обратите внимание на правильный размер и посадку. Джинсы должны подчеркивать формы тела, но не облегать. Помните о контексте мероприятия. Даже учитывая модные тенденции, есть несколько мест, куда джинсы пока не допускаются. Например, вечерние мероприятия или театр. Джинсы-момы – идеальный дуэт комфорта и стиля. Я уверена, что эта модель вполне станет вашей любимой, потому что она настолько дружелюбна по отношению к самым простейшим элементам вашей гардеробной. Они сочетаются с футболками, майками, топами. Экспериментируйте, придумывайте свои модные комбинации. И не забывайте, ведь за каждым модным горячим трендом всегда стоит чей-то эксперимент.